Сколько стоит умный дом? Мне этот вопрос задают очень часто, и, казалось бы, ответить на него невозможно, не задав десяток уточняющих вопросов ответ. Но со временем я понял, что очень часто люди это спрашивают, когда сами еще не знают, что у них будет в будущем жилье. Они только планируют ремонт, у них нет проекта, но им интересно, смогут ли они себе позволить умный дом. И теперь для таких клиентов мы предлагаем типовое коммерческое предложение. Мы уточняем только, о какой площади идет речь, подбираем что-то похожее на их будущее жилье среди наших типовых проектов и скидываем им такой документ. В нем отдельно посчитано, сколько может стоить умное освещение, умное отопление, открываемые автоматические шторы и многое другое. И уже потом, при расчете будущего ремонта, человек выбирает, что ему для себя взять. Давайте разберем как раз такой документ, он у меня сейчас открыт, и вы сможете ознакомиться с таким решением. Итак, первая презентационная страница, а на второй мы видим планировку и оборудование, которое мы планируем заложить в такой типовой проект. В данном случае это квартира двухкомнатная, 9 групп освещения, 2 мокрые зоны, 4 группы климата и 4 окна со шторами, которые планируется управлять. Обозначены все выключатели, то есть совершенно типовое решение. Часто бывает больше групп освещения, меньше. Это вы уже будете отталкиваться от вашей планировки, от вашего дизайн-проекта. Но имея на руках такое типовое коммерческое предложение, вы точно будете представлять, о каком порядке цен идет речь. Итак, первое – это радиовыключатели и умный свет. Мы предлагаем в этом проекте вместо обычных выключателей использовать беспроводные, сэкономить на штроблении, сэкономить на самих выключателях и получить сразу умный свет, при этом красивые наши беспроводные выключатели. Алиса, включи шары. Здесь заложено 9 групп света. 2 в спальне, 2 на кухне, 2 в гостиной и по одной в коридоре, ванной и кладовой комнате. Наши блоки управления в щиток, то есть они должны быть установлены на этапе ремонта. Наши выключатели, здесь указаны цены от, потому что самая недорогая модель предлагается. Понятно, что есть выключатели беспроводные подороже у нас. И исходя из этой таблички, вы можете сделать вывод, что от 38 800 рублей можно скомплектовать эту квартиру умным освещением. Когда у вас будет ваш дизайн-проект, вы поймете, сколько у вас групп света, сколько у вас групп выключателей, и легко эти цифры пересчитаете под себя и примете решение, нужно вам это или нет. Переходим дальше. Умное отопление. Здесь 2 зоны. Это гостиная и спальня, в которых мы предполагаем, что нужно автоматически регулировать отопление. Понятное дело, что в коридорах, в ванных, в кладовых комнатах этого делать не нужно. Поэтому под эти 2 зоны с управляемым климатом мы и посчитали, соответственно, решение. Это 2 датчика температуры, 3 термоголовки, потому что там 3 радиатора отопления используются, и 1 блок управления, который, соответственно, отправляет команды непосредственно на все эти умные термоголовки. Соответственно, 22 251 рубль в текущих розничных ценах у нас получилось и такое решение. Защита от протечек. Кстати, строго рекомендую, если вы делаете ремонт, это сразу предусмотреть. Не так дорого это стоит, может вас уберечь от очень многих проблем. Здесь в проекте 2 мокрые зоны, то есть 2 зоны, куда мы раскладываем датчики протечки. При этом у нас 2 стояка отопления, холодной и горячей воды, и 2 шаровых крана, которые эти стояки автоматически перекрывают. Так как у нас сервер умного дома уже заложен был в умном свете, вы уведомление, конечно, получите еще и на мобильный телефон. Но даже если у вас нет Wi-Fi, нет интернета, в случае протечки все перекроется автоматически. За это удовольствие придется отдать 27 878 рублей. Умные шторы. Очень интересное решение. Приятно, когда у вас в спальне шторы открываются, например, с рассветом, или просто не бегать по квартире утром и вечером открывать, закрывать шторы. И в данном примере на 4 окна раздвижные шторы с электроприводом, с нашим управлением, подключенным к системе HidePro, обойдутся
от 91 560 рублей. То есть здесь вы уже сразу можете понять, да, приятно, но стоит заметно дороже, чем некоторые другие решения. Подумаю, нужно мне это или нет, возможно, обойдусь только шторами в спальне. Ну и в конце такого типового коммерческого предложения мы еще упоминаем, сколько сейчас стоят голосовые помощники, как можно сделать там умный торшер с помощью умной розетки. То есть справочную информацию о стоимости дополнительного оборудования также приводим. Ну и чтобы вы не забыли обо всех преимуществах HitePro, на последнем листе мы их еще раз перечисляем. Вот такой документ. Вы можете в любой момент обратиться к нашим менеджерам. Они у вас уточнят несколько самых простых деталей и сформируют под вас типовое коммерческое предложение. Ну а если у вас уже есть проект вашего будущего дома, мы под вас посчитаем точное коммерческое предложение со стоимостью нашего оборудования и подберем инсталлятора, который этот проект реализует. На этом у меня все. HitePro, нет повода для проводов.